И вот я приехал сюда, в субботу. Я сюда обычно не еду в субботу, но сегодня проехал, посмотрел, как сюда пробки возникают на улицу вокзальную, на начало вокзальной улицы, потому что нормальные люди, которые ездят отдыхать, они уезжают в пятницу вечером, а сюда едут люди, которые живут в городе Магнитогорске. Едут они в том числе вот сюда, в магазин «Орион», потому что, как я вам продемонстрировал, здесь самые-самые суперовские и сногсшибательные цены. Ага, но, конечно же, на улице лето, так мы зайдем и покажем, что для лета сделано. Ну так вот, и куда заехать-то? Информация для таксистов. Но некоторые смотрят, и пусть теперь знают все. Если к вам присели мама, папа, дедушка или бабушка, ну или гости, например, вышеперечисленных особ, с просьбой поехать туда, где самые дешевые цены, то вот вам правило. Как к магазину «Ориону» добраться? По Советской, до вокзальной и там, где странные люди чихают на знаки, направо. А если едете с новых, то до поворота на Круговом и направо, и давайте правила такие соблюдать. И здесь направо, и в третий поворот. Но вот выезжаете только налево. Хотя, если можете, подолбанные автомобилистов до кругового движения. Мы как-то вам рассказывали про вот эти всякие кухоньки. Так вот, я вам спустил все это дело вниз, чтобы вам показать, что для детей, особенно для девчонок, ничего абсолютно не должно быть жалко. Потому что вот эта кухонька, она стоит 1200 рублей, а это 1800 рублей. Но опять же, вы это дело берете, и девочка, ну, наверное, лет 5 с этими делами работает. А по сути-то может быть побольше, потому что, смотрите, все нормально, ровно и красиво. Ну и здесь, конечно, тоже все шикарно. А где вы здесь игрушки-то покупаете? В основном на зеленом рынке здесь. А цену? Цены приемлемые. То есть я вот посмотрел, в других местах какие-то совершенно бешеные цены. А здесь получается дешево? Ну, дешевле, конечно, чем везде. Как вы поняли, слово «дешевле». И это не то, что я говорил. Слово «дешево». И даже если вы будете покупать все на Алиэкспрессе, это такой интернет-аукцион китайский. И поэтому здесь дешевле, в Орионе. Кстати, насчет Китая и в России. Я-то думал, что хочу поехать в Америку. Теперь, зная силу Китая, хочу дружить с ними. А еще хочу попробовать нетрадиционную медицину. А то для сына жить-то хочется. Я так понимаю, девочки что-то ищете, да? Да, стульчик вот внучки моей. А сколько стоит? Недорого? Да где-то 550. То есть можно спокойненько, да, взять спокойно и принести нормальный хороший стул. Хороший, крепкий. У вас ребенок? Девочка? Девочка, да. А вы сюда пришли, да? Да. Почему вы сюда пришли? Ну, у нас потому что скоро свадьба. Нам надо выбрать очень много подарков. И ребенок запросил игрушки. Мам, хочу игрушки. Мы приехали игрушки покупать. И цены, потому что здесь вот дешевле. Мы заехали в маркер игрушку вообще. Очень дорого. А здесь гораздо дешевле. Да, даже подошли, как бы цены, ценник один написан, подошли на кассу, совсем другой. Но мы, конечно, уже не стали уходить и, конечно, взяли. И решили все-таки сюда все равно проехать. Вашу программу увидели, кстати. Орион, и поехали. Тоже касается лета. Лето – это, конечно, стрелятельные вещи. Что касаемо стрелятельных вещей, то сейчас продемонстрирую, что тут много чего хорошего. То есть из разряда того, пострелять называется за 230 рублей. Каска цвета получается болото. И стрелятельная штучка. Тоже другая каска. Цвета травы. Вот. Если кто-то хочет побыстрее, ну тут есть все сразу, 680 рублей. И опять же, значит, полиция, опять же, это для чего? Ага, это опять же под траву закошено, вот. Стрелятельных вещей в действительности хватает. Даже вы можете большие пострелять такие вещи, такие, ну, они немножко другие, но вот ладно. Вот, все остальное, полицейские, видите, да? Я бы, конечно, смог бы на себя нацепить, но не получается, потому что у меня вот еще сват. Вот. Количество оружий немеренное, а такое, 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 вот, о, пистолеты, потом то, чего вы можете продемонстрировать, то есть пострелять куда-то, и мишеньки в том числе есть, вот, ну, другое это называется, если хотите так вот, ну вот, вот, посмотрите, посмотрите, еще раз посмотрите, сколько всего хорошего, а есть еще для тех, у кого, ну, реальности-то побольше.
такое, такое, и вот такое, ну просто дофига. И ездить, и тусоваться, и я уже объяснял, что чадо мое будет круче, чем я. Но зная Орион, и это не заколбасит мои деньги, потому как это правильное место. Я вам как-то показывал огромный ассортимент автомобилей. Их здесь много, но они уменьшаются, потому что не только же я занимаюсь своим хозяйством, в смысле, своим сыном. Вот. Мягко говоря, пришел вчера буквально сюда и увидел здесь три вот такие машинки по 10 тысяч рублей, кстати. Сейчас осталось две. То есть не только я так занимаюсь своим сыном, а еще другие люди. Также тратят и свои деньги на дочек и сыновей. Да потому как правило такое, да и счастье в том же, смотреть, как ваше создание становится лучше. Сколько вас, сколько вас, сколько вас? А вот девушка наверняка смотрит драконы, да? Да. А что такое за драконы вот эти, красивые? Ну, они вообще страшные, но мне кажется, что они, да, хорошие. А я себе вот такого купил. А у вас какой? Ну, я, скорее всего, вот этот возьму. А цена вопроса? 250 рублей. Халява? Ну, да. У вас, вероятно, внуков много? Я в детский сад покупаю игрушки. Детский сад? Но в детский сад же тоже сейчас надо понимать, что не все вам денежки дадут, понимаете? Еще и детский сад, как бы там все подешевле надо, да, правильно? А где вы ищете товар? Вот, в магазине в этом всегда покупаем. Всегда здесь? Да, всегда. То есть вы наверняка походили по другим магазинам и поняли, да, что круче Ориона-то не найти? Да. Здесь всегда можно выбрать очень большой выбор для ребятишек. И на определенную сумму можно купить очень много-много игрушек для детей, которые дети у нас заинтересованы играть с ними. Спасибо Ориону. И это правило. И теперь уже, детишки, объясните родителям, как сюда приехать, Том. Я вам-то недавно показывал и покажу в ноябре, как потратить еще десятку. Ну а пока-то машинки. Так вот, по Советской туда, где дома начинаются. Далее по Вокзальной, туда же. Затем, после всех ситновских приколов, необходимо повернуть направо. Я, конечно, понимаю всех тех, кто стоит рядом, но попрошу до Ориона сделать дорогу. Потому как круче него, сори, нет. Что по сути? А события клевые. Потому что все делают так же, как дядя Леша. Дядя Леша своему сыну покупает все, что нужно, и место единственное. Дешевле этого места вы не найдете. Вот, я посмотрел. Да, конечно, есть электромобили, которые везут к вам из Китая. Вот, но в итоге сумма получается 15 тысяч. То есть он там получает 7 тысяч, плюс доставка 5-10, там, в общем, не очень хорошо. Здесь все электромобили в нормальном состоянии, это максимум 10 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч рублей это то, что нужно. Вот, все остальное дешевле, чем в Китае. Понятия не имею, как это делается, но это делается здесь. Поэтому, если вы хотите что-то купить для своего ребенка, то лучше, чем магазин «Орион», вам не найти.